Ну, что сказать о грядущей политической ситуации? Политическая ситуация будет непростая. Это параллели. Здравствуйте. Да, спокойно. Здравствуйте. Отвлекитесь, вы уже в другой студии. Опросы это регулярно проводим. За не за дополнительную плату здесь, мы просто в гости. Извините. Мы все-таки проводили эти социсследования. У нас в финале, то есть сегодня гостем должен был быть либо Владимир Познер, либо Ларри Кинг, или Джамалбек Доатаевич. Добрый вечер. Да, как мы поняли, победили вы. Здорово. Поздравляем вас. Спасибо, что пришли. Да, хорошо, что нашли время. Задержались, спасибо, так сказать. Да. Из той двери вы же пришли сюда. Абсолютно безвозмездно, кстати. Да. Без дополнительной платы. Это всегда так. Здорово. И Джамалбек Доатаевич, вот вы в своей передаче очень часто говорите об общественно-политической ситуации в Кыргызстане. Да. Да. Практически всегда. Практически. Вам по вечерам звонят, чтобы вы не говорили этих слов? Никто никогда не звонил, что странно. Да? Или моя передача... Никто не смотрит. Или никто не смотрит. А вы действительно как-то мониторите? Может быть, действительно не смотрит или смотрит? Нет, но по слухам смотрят. Но никто не звонит. А может быть, это как вот пословица. Чем чаще тебя пинает жизнь, тем круглее ты становишься. Может быть, у людей уже иммунитет у героев ваших передач? Нет, мне кажется, что, скорее всего, герои моих передач не понимают, о чем я говорю. На разных языках. А как вот сложно подтягивать вот эту зрительскую аудиторию, в частности, героев ваших, до своего уровня? Или проще опуститься до их уровня и начать там, я не знаю, закидывать башмаками, бутылками, давить на сутов, что-нибудь такое делать жесткое? Должно быть какое-то промежуточное состояние, пограничное. Зачем мне туда лезть, а им ко мне? А для чего тогда диалог такой в программе «Параллели»? Или потому что параллели никогда не пересекаются? Вот диалог параллелей. Я на своей параллели, все остальное на другой. Ну, то есть вы никогда не пересекаетесь, да? Нет. И слава Богу. И слава Богу, потому что с такими людьми пересекаться, если только, то тогда, чтобы было огромное количество зрителей, свидетелей они же, и что-нибудь такое, там, футбольный поединок, не где-нибудь в темной подворотне, потому что, мне кажется, от наших героев можно многого ожидать. Ну, вы меня пугаете. Я сама боюсь. Самый часто задаваем вопрос. В принципе, таких вопросов не было, но я бы задал бы такой вопрос. И какой бы вопрос вы задали? К обществу, да? Да. Кому на Руси жить хорошо? Да нет, это слишком банально. Кому виноват? Понятно же, кому хорошо. Кто на работу ездит на Лексу, там и хорошо. Да, на Кадиллаке. Теперь, кстати, на Кадиллаке, да. Да. Какой вопрос я задал бы обществу, нашему обществу? Общество, почему ты такое нехорошее? А вот темы для вашей передачи вы сами выбираете? Или все-таки звонят зрители? Может быть, у вас есть какой-то имейл, они пишут, поднимают на злобу дня какие-то темы? Не-не-не-не-не, сам. То есть вы смотрите новости, изучаете средства массовой информации? Нет, даже иногда я не смотрю новости. А как вот, просто сидите, что приснилось ночью и пришли? Да. Серьезно? Что приснилось, то и говорю. А сюжеты кто подбирает, вот параллели? Зачем тогда программу назвали «Параллели»? Надо назвать это «Мои сны». Сны и сновидения. Полеты во сне и наяву. Разбор полетов, да. Толкование снов, сонник. Ну, сны... Управление полетами. Ну, сны своего рода это тоже параллели. Другая параллельная жизнь, правильно? Понятно. Все укладывается в это понятие. Британские ученые говорят, что вообще прямой связи нет с реальной жизнью и с нами. А какая есть связь? Я бы этим Причина следственная. А вот, может быть, можно задать такой вопрос? Может быть, ваша программа «Параллели» является какой-то платформой или трамплином для того, чтобы вы сделали большой прыжок в политику? Вот говорите вы об обществе, понимаете, какие-то злободневные, просто зарабатываете себе очки, рейтинг, и потом бац, и в политику скажем. Нет. Номер 3 в избирательном списке. Нет? Партия. Кстати, какую партию вы предпочитаете? Какая-то нравится вам? Симпатизируете какой-то партии? Голосовали, может быть, за какую-то партию? Нет. Не голосовали? Я аполитичен в этом отношении человек. Но вы говорите о политике. Да, кстати, вот человек аполитичный, как может говорить о политике? Аполитично. Аполитично. А как еще? А вот кому из наших политиков вы симпатизируете и кто вам, наоборот, нравится меньше всех?
Ну, как это можно вот девушку, я вот параллели, я всегда провожу параллели. Так, вот, кто тебе люб, вы спрашиваете, да, и она теряется. Не, конкретно, очень. Вот мне нравится девушка, высокая, с хорошими формами. Ну, я-то знаю свой вкус, я поэтому вам точно без всяких параллелей могу сказать. Кто? Кого нравится? Жена, естественно. Кого ты любишь? Кто тебе нравится? Жена, конечно. Правильно. Ну, домой пустят. Сегодня тебя домой пустят. Он после передачи домой сбегает, и мы сейчас через 15 минут домой опять подкабусим. А вот еще один вопрос. К нашему обществу, вот вы говорите, такое нехорошее общество. Какой, может быть, стиль правления подошел бы, должен быть у нас? Ну, проблема в том, что общество еще не сформировалось под какой-либо особый стиль. И вот, Дмитрий Викторович, у меня такой вопрос к вам. У вас есть дети. Вот как родители, вы хотите, чтобы ваши дети кем стали? Я хочу, чтобы они были полезны для общества, так. В первую очередь. К сожалению, пока такому в университете не обучают. Ну, не важно. В любом случае, главное, чтобы они были полезны. Факультет полезности для общества. Да, да. Это, мне кажется, у вас такая философия, да? Не учи учиться хорошо, учи быть счастливым и приносить пользу. Нет, зачем? Не такая философия. Приносить пользу можно по-разному, но приносить пользу обществу, это очень сложно. На самом деле, очень сложно. Надо быть или очень умным, или очень честным. И вот этого как раз нашему обществу и не хватает. В отличие от вас, который нам сегодня принес огромную пользу в нашей передаче «Студия 7», еще раз спасибо вам большое, Жан-Олег Долатаевич, за ваше присутствие, за ваши ответы. Нам очень было приятно слышать параллели от вас. И, кстати, мы предлагаем, знаете, вот, поскольку наша передача сразу после вашей будет, давайте дружить домами или хотя бы столиками. Да. Приходите в гости почаще, приносите что-нибудь вкусное. Ну да, да, конечно. А мы всегда на любви. Спасибо большое. Это была «Студия 7». Вы можете нас читать в Фейсбуке, в Твиттере, присылать нам ваши фотожабы, различные приколы и так далее на наш электронный адрес. Увидимся через неделю. В эфире была «Студия 7». Всего хорошего. Берегите себя.